Чао, рагаци. Ну що ви там, плакі-плакі или нормалдаки? После поражения от Испании шансы на выход из группы у Италии резко упали. Но эти шансы по-прежнему остаются неплохими. Так, давайте посмотрим, при каких раскладах Италия выйдет в плей-офф. Ну, самый простой расклад, это, конечно же, не проиграть хорватам в матче в понедельник. И тогда итальянцы занимают железно второе место, что напрямую дает им путевку. После того, как мы абсолютно безвольно проиграли испанцам, давайте сейчас рассуждать, что же будет, если и хорватам проиграем, и как итальянцам выйти с 3 очками в 1/8 финала. Для начала в нашей же группе нам нужно будет болеть за испанцев, потому что если Албания выиграет у Испании, а мы проиграем хорватам, то тогда благополучно занимаем 4 место и уже ничто нас не спасет. Поэтому, как бы это ни звучало странно, болеем за Испанию. Дальше смотрим рейтинг 3 мест. Итак, в заключительном туре Шотландия от группы А играет с Венгрией. Если в этой группе Шотландия и Венгрия сыграют в ничью, то тогда 3 место будет за шотландцами, они набирают 2 балла, итальянцы оказываются выше них. Поэтому Шотландия и Венгрия здесь строго болеем за ничейный результат. Дальше в группе С мы должны поддерживать Англию. В случае, если англичане обыгрывают словенцев, тогда 3 место в группе С набирает также 2 балла, итальянцы проходят дальше. Вполне себе нормально. Ну и группу F рассматриваем, здесь тоже для нас благоприятно получается. Чехия и грузины сейчас имеют по 1 баллу. В заключительном туре они будут играть против турков и португальцев соответственно. То есть, понятное дело, что нам нужно болеть, чтобы ни чехи, ни грузины не одержали победы в заключительных для себя матчах. И тогда максимальное количество очков, которое наберет 3 место от группы F, тоже будет 2 очки равно, и итальянцы таким способом смогут выйти даже с 3 места. Другой вопрос, что если итальянцы проиграют, помимо того, что проиграли абсолютно безвольно испанцев, если они еще в понедельник проебут хорватов, то что им делать в плей-офф? В любом случае, болеем, потираем руки. Я тут прикинул, что шансы есть, даже в случае поражения. Есть еще некоторые варианты, при которых мы пройдем, но там уже надо считать разницу забитых и пропущенных. Я сейчас прикинул только самые очевидные варианты. Форца Италия!